Музее Победы проходит выставка проектов Ржевского мемориала советскому солдату. Экспозиция представлена на конкурс Российского военно-исторического общества. Отдельная выставка показывает 13 скульптурных решений памятнику мужеству и героизму советских солдат, которые в 1942-1943 годах сражались и погибли в кровопролитных боях за Ржев на всем периметре Ржевского Вяземского выступа. Мемориал откроется в 2020 году и будет посвящен 75-летию Великой Победы. Увидеть его вы сможете в деревне Хорошево Ржевского района Тверской области. Там же планируется открыть филиал Музея Победы, посвященный боевым действиям на Калининском фронте. Итоги открытого международного творческого конкурса по созданию Ржевского мемориала будут озвучены сегодня, 14 декабря, на заседании Организационного комитета, в который вошли госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота и министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. На совещании из 13 проектов участники комитета выберут 3 лучших, один из которых будет рекомендован к реализации. После того, как будет определен победитель, Российское военно-историческое общество запустит процедуру сбора народных средств на создание мемориала, чтобы любой желающий мог внести свою лепту в увековечивание подвига советских солдат. Напомним, что в годы Великой Отечественной войны за Ржев велись ожесточенные бои. Город был почти полностью разрушен. В 1942-43 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа было убито, пропало без вести и стали пленными около 400 тысяч советских солдат. Общие потери, включая раненых, составили 1 миллион 160 тысяч человек. Эти сражения закончились победой советских войск. При создании проекта мемориалов участникам было рекомендовано отразить символическое значение города Ржев как место памяти, посвященное героизму и мужеству воинов Красной Армии.